конференции принимает участие главный тренер Наташа Светлана. Сергей Владимирович Губов. Как это же будет? Наверное, очень коротко. Хочу поздравить команду соперника. Был хороший хоккей. Но хочу поблагодарить свою команду, которая билась с первой минуты до последней. Ну, я соглашусь, что на самом деле игра была очень хорошая, и обе команды играли на результат. В общем-то, мы план, который был перед игрой, мы его выполнили, что нам помогло принести результат. Поэтому как бы, все, пока все положительное. Все. Пожалуйста, вопросы, и ЦБ Андресанец. Марсель Магиза, без Сулан, Сергей Александрович, почему лучше Шипачева не было? Вот необходимая приставка в нашем составе. Пожалуйста, тогда, почему, что вы можете сказать о Райане Уилсоне? Он все-таки несколько матчей уже, и первый домашний матч довольны им. В чем можете прибавить? Ну, еще сказать о том, что он готов, я не могу. Он долгое время не играл, поэтому ему сложно войти вот в этот игровой тренинг. Ну, время покажет. Еще, да. С чем связана ситуация с большинством? Команда мало забивает, и сегодня было очень много возможностей. В чем? С большинством. В большинстве много играли, и была возможность 5-3 реализовать. Там еще большинство было. 14-3. Ну, не забили. Чего-то не хватило. А чего? Сейчас разберем с игрой. Пожалуйста. Долго ли вы были Шагарем на диалоге, можно сказать? Диалог, если так, по-моему, 3 месяца. Вот. А что касается Шоулина, то пока не можем сказать, но беспокоит его травма, и мы умышленно даем возможность, чтобы он восстановился полностью, потом будет играть. Ну, какой срок, я не могу вам сказать. Удаление Яковлева красного стало, в принципе, одним из самых важных моментов матча. То есть потеря защитника и 5 минут божественного. Ну, меньше вроде получилось. То есть она классно, что команда забили стоит, но может быть за кого-то. Хоккей эмоциональная игра, и все может произойти. Конечно, это обидное удаление, но мы продолжали играть и били до конца. Спасибо. Можно еще вопрос? Пожалуйста, вопрос. Нидула Хайдарович, вы дважды уже играли против СКА в этом сезоне. Вот по счету дважды Акбарс был сильнее, а по игре какие изменения вы заметили сегодня в игре? Что, какие изменения? В игре заметили у кого? Изменения? У СКА. У СКА? У СКА? Да. По сравнению с первым матчем. Я не знаю. Я уже не помню эту игру. Да. Все быстро меняется. Я готовился к этой игре, да. Поэтому что там было вчера, я уже не помню. Понятно. Но вот именно в этом матче... Ну, это хорошая, сильная команда. Ну, о чем мы говорим? Это игровая, это мастеровитая команда, хорошая. Сумма мастерства очень высокая. Что, в общем-то, команда, которая была чемпионом. Ну, что еще можно сказать? Она играет достаточно хорошо. И... Спасибо. Добавить нечего. Всего доброго.